остановились, давайте завернем в сторону Серных бань. Взглянем, что здесь происходит. Ну вот здесь днем обычно очень много машин. Здесь нигде не поставишь машину. Ну вот здесь, так как у нас утро, то соответственно можно прекрасно здесь и остановить, по идее, машину и пройтись пешком. Замечательно. Там что-то строят, никак не достроили. Какой-то, наверное, туристический комплекс в таком стиле старого Тбилиси, но пока еще контуры не особо видны. Кажется, бани уже заработали. Я знаю, что в период пандемии они очень долго не работали, но сейчас, по-моему, их уже открыли. Вот здесь эти известные туристические эти всякие центры, машины прямо экскурсионные предлагают туры днем. Ну, здесь днем очень много туристов. Я обычно вот здороваюсь, говорю: доброе утро, дорогие зрители. Мы с вами там сегодня путешествуем по такому-то району, по такому-то району. А потом самое интересное, что в комментариях наши дорогие, невнимательные некоторые зрители пишут: а где люди? Почему никого нет? Куда все делись? Где транспорт? Утро, 7 часов 28 минут. Люди пока еще спят. У нас в Тбилиси так порайонно, зонально просыпается. Одни районы раньше просыпаются, другие районы позже просыпаются. Там кто-то рано идет на работу, кто-то поздно идет на работу. Так что вообще-то у нас там жизнь кипит уже с 11 часов. Так что вопросы о том, где люди, люди пока еще дома. Это мы с вами с утра гуляем по городу. Вот то, что я хотел вам показать. Вообще у меня много идей. Вот уже будет хорошая, будут хорошие погоды. И вы тоже мне подкидываете свои идеи, что посмотреть вместе, куда пойти, о чем рассказать. Кстати, у меня очень хорошая книжка, мне сейчас подарили, не сейчас, а мне недавно подарили мои друзья, по истории Тбилиси. Книга написана, по-моему, в начале 80-х, но очень интересно таким языком. Конечно же, там есть вот и какие-то моменты, вот эти советские, там и в терминологии, и там по адресам, но в принципе очень так сознанием дела собраны какие-то факты из истории Тбилиси, там по архитектуре. Так что я бы хотел с вами эту книжку тоже разобрать, естественно, не сидя там где-то в комнате, а на свежем воздухе, чтобы пройтись по каким-то районам Тбилиси и еще заодно и какую-то информацию подчерпнуть и для себя, и для вас. Ну вот мы сейчас планируем тоже в апреле несколько больших передач для нашего канала. Поедем в регион, и там тоже, я думаю, будет очень интересно. Ну вот мы сейчас уже подъезжаем к Корточало. Я с вами временно попрощаюсь.